Первая говорящая чихуахуа Софи. Привет, дорогие мои! С вами говорящая чихуахуа Софи из Таиланда. Итак, это третий ролик видео из моей серии медвидео, в которых я говорю свое мнение на темы здоровья. В прошлых двух роликах я сказала свое мнение о родах и витаминах. Напомню, я считаю, что все подобные... Эйван ушел отсюда! Ясно, извини. Все подобные вопросы лучше решать заводчикам и ветеринарам, а не искать ответы в интернете. И сегодня я скажу пару слов о прививках, чтобы больше не поднимать этот вопрос. На самом деле у меня ПМС, и скоро начнется течка. И даже у меня бывает настроение вообще никакое, как у настоящей женщины. Поэтому не обращайте внимания на мое выражение лица. Кстати, я обязательно сниму видео о том, как быть, когда у собачки течка. Итак, здоровая собачка практически не болеет при правильном уходе своевременном вакцинировании. Она требует внимания к своему здоровью в трех случаях. Первое. При смене зубной системы в 5-7 месяцев. Второе. При появлении зубного камня, который нужно устранять не реже 2-3 раз в год. Третье. При отрастании когтей, которые необходимо периодически, примерно каждые месяц-полтора, подстригать. Все остальное уже дело случая. Существуют разные схемы прививок, а также одна самая распространенная. Собак обычно прививают в зависимости от наименования вакцины. Первый раз в 1,5-2 месяца, затем с интервалом в 3-4 недели второй раз, затем 6 месяцев, год и далее ежегодно. Какие прививки делать и когда, лучше вас будет знать заводчик или ветеринар, а не интернет. Поэтому получайте ветпаспорт и делайте все по плану, который озвучил для вас заводчик или в ветеринарной клинике. Большего от вас знать не требуется. Главное – внимательно соблюсти график и правила, о которых вам обязательно расскажут. Ветеринар может составить наилучший план вакцинации вашей собаки в зависимости от обстоятельств. Прививки бывают разные – от бешенства, от парвовирусного энтерита, чума плотоядных, парагрипп, лептоспироз, болезнь Лайма, коронавирус и так далее. Если же в вашем регионе проживания существует большая вероятность заражения этими заболеваниями, собаке необходимо сделать прививку. Стоимость прививок вы можете узнать в ближайшей ветеринарной клинике. Естественно, не обязательно делать все вышеперечисленные прививки собакам, к тому же сейчас есть универсальные вакцины, которые защищают сразу от нескольких болезней, например, набивак. Помните, и график прививок, и вид прививки зависит только от обстоятельств и ветеринара, который вам их назначает. И не забывайте, перед каждой прививкой за 10 дней или 2 недели до запланированной даты вакцинации необходимо вывести глисты у вашего питомца. Вот так. Спасибо за внимание. В следующем медвидео я скажу свое мнение о болезнях чихуахуа, а также обязательно выйдет уже подробное полезное видео о способах борьбы с гельминтами и блохами. И, конечно же, о течке. Подписывайтесь на мой канал, смотрите видео, ставьте лайки, вступайте в мои группы ВКонтакте, и будет вам счастье. Ну что, я пошла? Ну да, наверное, уже все отсняли. О, слава богу. А можно я тут, Софья, полежу чуть-чуть? Да, конечно, можно. Бесит. А можно я поиграю в твои игрушки, пока у тебя ПМС, Софи? Все, блин, достал уже. Хотя да, можно, наверное, Эйвен, поиграй. Ну, с одной стороны, значит, ПМС это хорошо. Да, Эйвен, конечно. Ну, а с другой, значит, не очень хорошо. Так и не понял, что такое ПМС. ПМС, Эйвен, это когда я сначала добрая, а потом злая. Ясно, не кричи. Я и не кричу.